что, всем привет. В этой серии, в этой короткой серии мы быстро соберем генератор на нашем мотоцикле. Вот. И, собственно, на сегодня закончим. Наша работа в BRZ 400 шопе. Сначала нам надо снять эту шпон. Вот, чтобы она не мешалась. Вот, одеваем шестеренку стартера, одеваем, соответственно, ротор вместе с... Ставим шестеренку, ну, эту шпонку на место. Потом одеваем ротор вместе с обгонной муфтой. Все, да? Да, теперь нужно взять фиксатор резьбы. Берем обезжириватель. Обезжириваем. Смазываем фиксатором резьбы. Нашу шпонку, нашу гайку, наш коленвал, накручиваем гайку и затягиваем ее. Вот, теперь, собственно, ставим крышку генератора нашего, одеваем шестеренку. Одеваем наши управляшки. Первое. Одеваем прокладку крышки генератора, купленную в магазине BRZ 400 Shop, всего лишь за 200 рублей. Аккуратненько одеваем нашу прокладку. Прокладка не требует вмешательство герметика, главное ее просто надеть правильно. Аккуратно. Потому что она очень тонкая. Нужно очень нежно одевать. Вот, а теперь одеваем нашу крышку генератора вместе со статором. Видать, что у меня. Оп! Вроде.
что есть. Раз, два, три, четыре. Теперь ставим дальше шестеренки стартера. Ставить вот тулочку сюда, потом крышку. Вот она, возможно, потечет. Если потечет, я вам потом покажу лайфхак, как сделать, чтобы она не текла. Ну, раз уж мы поставили нашу крышку шестеренок стартера, давайте и стартер уже поставим, чтобы подмоем. Я быстро этого окно. Вот наш стартер на месте. Ставится он двумя болтами с этой стороны. Вот. Эти крышки я не буду ставить, потому что нужно будет сюда подлезать, чтобы найти верхнюю мертвую точку и вращать сам коленвал. Вот, таким образом сегодня мы поставили крышку генератора, сам генератор, привод стартера и сам стартер. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующем видео мы будем собирать цилиндр-головку. Все, всем пока!